денний ефір на восьмому триває. Зараз передаю слово своїй колезі Тетяні Резвін. Таню. Дякую, Сашо. Новини твої послухали, знову світом проїхалися. А ми б тепер повертаємося в Україну. До нас вже приєднався наш гість Петро Гловацький, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Вітаю вас в нашій студії. Ну, власне, говорити будемо про прихід на український ринок німецького автобусного лоукостера компанії Flixbus. Що ми думаємо про Flixbus? І взагалі давайте людям коротко, якщо можна, скажемо, що це за такий гігант, якого треба боятися, мабуть, українським автоперевізникам і радіти людям, чи навпаки? Ну, я думаю, бояться в жизни вообще никого не надо. Надо просто очень трезво подходить ко всему, что происходит, и в частности к нашему транспортному рынку, в частности к рынку международных автобусных перевозок. Я бы сразу хотел остановиться на том, что заявление о том, что на наш рынок зашел немецкий лоукостер, оно немножко не совсем соответствует действительности. На самом деле я хотел бы внести ясность, Flixbus не является перевозчиком как таковым. Как он иногда себя позиционирует, причем это я отнюдь не хочу обидеть там руководителей Flixbus, я непосредственно присутствовал на презентации этой компании, и в первых своих словах господин Леман, который является представителем в Польше и в Украине, об этом заявил, что у нас нет своих автобусов. Мы являемся компанией, которая приносит на рынки новые технологии. И вот это самое главное, скажем, это то, что, может быть, на бытовом уровне было пропущено мимо ушей, но на самом деле так оно и есть. То есть компания Flixbus не является перевозчиком в чистом виде, каковым он должен являться. А является чем? Является IT-компанией, которая предоставляет перевозчикам следующие услуги. Она принесла на наш рынок IT-продукты. Она позиционируется как компания, которая умеет продавать билеты, компания, которая успешный маркетинг проводит на рынке и успешно продвигает определенные маршруты. Да, у компании достаточно большой опыт на международном рынке. На международном рынке она существует не так давно, всего 6 лет, там, с 2014 года. Начинала она работать с Германии, дальше двинулась по разным другим странам, Хорватия, Польша, в частности, наконец-то добралась до Украины, но разговоры о том, что Flixbus заходит на украинский рынок, идут уже 2 года. Я специально промониторил интернет, скажем так, наше интернет-пространство. Первые статьи о заходе Flixbus на украинский рынок появились в августе 2017 года. Вот Flixbus, немецкий огромный перевозчик, заходит на наш рынок. Дивіться, якщо розмови точилися 2 роки, то значить уже тоді комусь це було вигідно. Хто в першу чергу виграє від того, що ця автобусна компанія заходить на наш ринок? Ну, ви знаєте, взагалі, наличие большого количества перевозчиков на міжнародному ринку, оно, в першу чергу, вигідно пасажиру. В первую очередь пассажиру, и конкуренция на рынке, она всегда способствует именно для пассажира. Чем больше, в принципе, перевозчиков, тем лучше пассажиру, тем больше у него выбор для того, чтобы уехать в том или ином направлении. Но, опять же, хочу подчеркнуть, что Flixbus не первая и не единственная компания, которая, как заявила, что может обеспечить проезд пассажиру там, из Украины в любую точку Европы своими автобусами. На украинском рынке достаточно давно уже работают такая же IT-компания, как Босфор, которая тоже не имеет своих автобусов, но, скажем, под ее флагами работает большое количество украинских перевозчиков, которым они успешно продают билеты. То есть, если просто для того, чтобы глядачі, и, насправді, я, чтобы зрозуміла, якщо у них немає своїх автобусів, вони винаймають ці автобуси, чи можуть вони винаймати наші, наприклад, автобуси? Можливо, це і вигідно для наших? Ну, от я на этом и хочу остановиться, то есть, от, немножко закончив тему уже тех больших компаний, которые работают на нашем рынке. В частности, я хотел сравнить. Вот есть компания Босфор, да, которая тоже не имеет своих автобусов, но имеет очень, скажем так, высокоинтеллектуальную платформу для продажи билетов. На фоне этого существует, например, сеть Эколайнс, да, которая помимо того, что имеет сеть продажи билетов, имеет свои автобусы. И вот, например, компания Эколайнс перевозки осуществляет исключительно своими автобусами, именно как перевозчик, причем со своим представительством в Украине и во многих
государствах Евросоюза. Что с точки зрения выгодно-невыгодно, кого они могут нанимать? Они, конечно, в первую очередь и пришли на украинский рынок для того, чтобы нанимать украинских перевозчиков, потому что с другими они работать, ну, с территории Украины просто не могут. Учитывая наше законодательство, учитывая то, что международные перевозки могут выполняться только на основании межправительственных соглашений. И понятно, что с территории Украины украинских граждан могут возить, в принципе, или автобусы с украинской регистрацией, то есть автобусы зарегистрированы на территории Украины, или автобусы того иностранного партнера, на территорию которой страны осуществляется эта перевозка. И про це ми з вами поговоримо після сюжету. Чи відповідає рівень, сервіс, знову ж таки, наших автобусів, чи інших автобусів, які на це претендують, рівню компанії Flixbus? Ми про це поговоримо після сюжету. Давайте подивимося сюжет, власне, і радість деяких представників уряду щодо власне цієї компанії, яка зайшла на наш ринок. Чому радіти? Чому радіти, да. Зустрічайте, українськими дорогами поїхав міжнародний перевізник Flixbus. За комфорт та доступність цін у ЄС його прозвали автобусним лоукостом. Україна стала 29-ю країною Європи, де запрацювала транспортна компанія. Основними причинами виходу на наш ринок там називають великий пасажиропотік, безвізовий режим з ЄС та стрімкий розвиток мобільних технологій і бажання іноземців відвідувати Україну. В Україну починає кожного року їздити більше туристів, більше іноземців, і ця цифра зростає приблизно на 900 тисяч чоловік кожного року. Так, автоматично ті клієнти, які привикли до певного рівня сервісу і до певних стандартів в Європі, вони очікують такого самого сервісу в Україні. Для України прихід міжнародного перевізника – це притік прямих іноземних інвестицій, наповнення держбюджету, створення нових робочих місць та можливість подорожувати на далекій відстані з комфортом. Ми завели Ryanair, ми сприяли заходу компанії Uber, сьогодні заходить компанія Flixbus. Вони працюють за унікальною бізнес-моделлю, яка передбачає партнерство з місцевими перевізниками. А це значить, що розвивається місцевий бізнес. Вся інфраструктура, яка побудована навколо перевезень, це і нові заправки, і сервіс обслуговування автобусів, і працевлаштування нових водіїв – це все Україна і українці. У Flixbus на рахунку немає жодного власного автобуса. Спитаєте, як це так? Усі транспортні засоби їм надають компанії-партнери. Flixbus займається усіма технологічними та ринковими питаннями, зокрема плануванням сполучень, маркетингом, ціноутворенням, оформленням ліцензій, керуванням трафіком та брендингом. Натомість задача автобусних компаній – технічно забезпечити якісне транспортування пасажирів до пункту призначення. Тому для вітчизняних компаній це не конкуренти, а навпаки – прибуткова можливість. Адже далі перевізник планує сполучити між собою і суто українські міста. Квиток у подорож можна купити у 4 кліки за допомогою додатку, а у разі потреби змінити бронювання всього за 15 хвилин. Ну, власне, так бачите, наші журналісти такої думки, як і ви, що це не конкуренти нашим перевізникам, а можуть навіть і заробити наші автобусні перевізники чи ні на цій компанії, разом з цією компанією. Безусловно, що здесь велосипед ніхто не изобретає, якщо компанія Flixbus вот на своїй достатньо яркій презентації дійсно продемонструвала там мільйони перевезених пасажирів, і от ми слышали, що Україна вже 29-та страна, в которой работает компания Flixbus, на самом деле могут. Но всегда возникает «но». Flixbus поставил очень высокую планку требований к подвижному составу. То есть то, что он позиционирует, это комфортабельные 49-местные автобусы с Wi-Fi, розетками, с туалетом. Я уже не говорю о водителях, которые должны быть высокой квалификации. А давайте так, тоді, ось до цих всіх вимог, як у відсотковому порівнянні, скільки відсотків нашого ринку готові до таких вимог? Ну, от силы 5%. Дуже мало. Да, от силы 5%, потому что у нас таких автобусов очень мало. То есть технология Flixbus, и вот господин Лемон лишний раз подтвердил это с экрана, что
Они нанимают перевозчиков. Uh-huh. Они нанимают перевозчиков, то есть у них есть определенные условия. Да, перевозчик должен перекрасить автобусы в зеленый цвет, повесить вывеску «Фликсбас». Это будет наилегче. Да, это самое простое. Да. А вот соответствовать тем высоким требованиям, которые они поставили, это очень трудно. Учитывая, что у нас только последние годы начала меняться ситуация с завозом автобусов. То есть благодаря угоде Украины ЕС у нас последние 4 года снижается ввозная пошлина на автобусы, но на сегодняшний год она все равно составляет еще 10% от стоимости. Не так давно, 4 года назад, эта сумма была 20%. А учитывая необходимость оплаты НДС и ряд других платежей, эта сумма возрастала, возрастала практически до 40% от стоимости автобуса. Чтобы мы понимали, вот такой Мерседес, который Фликсбас продемонстрировал, например, при презентации, ну, я даже не говорю о новом, который стоит порядка 300-330 тысяч евро, то 3-4-летний такой Мерседес стоит, ну, 200 тысяч евро. Uh-huh. Вы понимаете, что при наших процентах по кредитам и при наших финансовых возможностях перевозчиков крайне тяжело приобретать такой подвижной состав. Какой выход? Выход, вы знаете, здесь можно говорить о том, что с одной стороны, выход Фликсбас на наш рынок, он где-то может сподвигнуть наших перевозчиков все-таки на приобретение такого подвижного состава. Почему? Потому что Фликсбас, в принципе, берет на себя одну из самых сложных и тяжелых функций. Это, скажем, реклама, менеджмент, маркетинг. И ведь в международных перевозках пассажирских самое сложное не купить автобус и поставить... А доверие пассажирам, может быть? Привлечь пассажиров на этот маршрут. Ведь, ну давайте так говорить, на сегодняшний день, например, из Украины в Польшу существует порядка 700 регулярных рейсов, автобусных маршрутов. Да? 700. То есть у пассажиров... Разных перевозчиков, да. Я сейчас не говорю о количестве... Это и украинские, и международные компании. Это только украинские перевозчики, потому что по международным нашим канонам международный рейс не может быть открыт без участия украинского перевозчика. Угу. То есть при открытии рейса на Польшу должен присутствовать украинский, должен присутствовать польский перевозчик. То есть это, грубо говоря, 700 маршрутов, ну, у некоторых перевозчиков по 2, по 3, по 10 маршрутов имеются, но на сегодня, по нашим подсчетам, около 400 украинских перевозчиков, например, уже работают на Польшу. І от мені тут хочеться маленьку зносочку зробити. А якому рівні відповідають тоді ці автобуси? Якщо ми кажемо, що Фліксбакс хоче там, ну, насправді компанія, ця міжнародний гігант, хоче не так багато. Вона хоче просто елементарне те, що зараз є в світі, Wi-Fi, там, туалет, якісь комфортне крісло, а оці 400 маршрутів, вони як на якому рівні зараз? Ну, ви знаєте, якщо говорити, мабуть, по п'ятибальній шкалі, я вчився ще в совєтській школі, да, по п'ятибальній шкалі мені ближче, то вони десь на 3 з плюсом відповідають. Uh-huh. Тому що, к сожалению, хороших, комфортабельних автобусів у нас крайне мало. То есть, чего там немає, або що там є? Ну, скажем, сейчас, ну, давайте так, начну с того, что вот, например, на сегодня на маршрутах Киев-Варшава можно купить билет за 450 гривен, а можно купить за 800. За 800 гривен это будет автобус с Wi-Fi, с туалетом, с розетками, с экранами в сиденье. То, что хочет Фликсбас. Но я думаю, что те компании, которые это имеют, они не нуждаются в услугах Фликсбаса. У них есть свои налаженные сети продажи и, скажем так, свои тоже технологии продвижения своей компании. Целевая аудитория. Да, и уже наработанная годами аудитория. То есть это те, в принципе, компании, которые не интересны Фликсбасу. Я даже, будучи на презентации, задал такой вопрос господину Леману, что а будут ли они сотрудничать вот с теми компаниями, которые давно присутствуют на украинском рынке и давно выполняют международные перевозки, ну, в частности, в Западную Европу. Uh-huh. Вот. На что господин Леман сказал, что да, мы готовы к сотрудничеству со всеми, если будут соблюдаться наши условия. Но по моей информации, не думаю, что я открою большую тайну, потому что из любых переговоров Фликсбас делает большую тайну. Он уже провел переговоры более чем с 10 компаниями. И одно из главных условий проведения переговоров – вы все держите в секрете. То есть наши условия вы никому не рассказываете. Я не хочу сейчас рассказывать о технологии, которую предлагает Фликсбас. Я думаю, что многие наши перевозчики в ближайшее время, ну, такие серьезные, да, не то что заговорят, они получат предложение вступить в переговоры с Фликсбасом, и тогда они сами узнают о тех условиях, которые им предлагает Фликсбас для работы на рынке. Те, кто, например, ну, я просто уже 22 года в этом
в міжнародних перевозках і знаю дуже багато тем, з ким проводив переговори, мені говорили коротко, нас це не устраивает, нам це не подходить. Вот. Я не буду говорити, по яким, скажімо, позиціям не підходить. Тобто це мені говорили наші перевозчики, у яких є серйозний подвижний состав, які дійсно мають ті автобуси, які вполне удовлетворяют требованиям Фліксбаса, но їх не удовлетворяют ті требования, которые їм выдвигает Фліксбас. Добре, от якщо наших перевізників не влаштовують ці вимоги, не домовляються вони далі, що відбувається з тим міжнародним гігантом на нашому ринку? Він їде своїми автобусами з інших країн, чи як це буде? Ви знаєте, у нього є завжди вибір, да, тобто він може поїхати, наприклад, там, із Польщі він може поїхати польськими автобусами, з Германії він може поїхати своїми німецькими автобусами, но опять же я подчеркну, что своими это очень условное понятие. Это поедут те же нанятые польские перевозчики, немецкие перевозчики, у которых, которые, может быть, приняли условия Фліксбаса и готовы, например, с ним сотрудничать и в Польше, и в Германии. Ну, нам, мабуть, уже не настільки важливо, нам важливо більше зрозуміти, да, що ми їдемо нашими такі автобусами чи не нашими. Нам это абсолютно не важно, потому что нам дороже наш перевозчик, и мы действительно і ми, як асоціація, ми відстоюємо інтереси саме українського перевозчика. Да, ми проводимо переговори з перевозчиками Польщі, з перевозчиками Германії, але, скажімо, у нас во всіх міжнародних соглашеннях звучить таке слово – паритет. Всі перевозки повинні виконуватися на основі паритету. Якщо не буде паритету, ну, мабуть, чого немає зараз. Этого сейчас нету, да, этого сейчас нет. И, скажем, пока, например, от нас западные партнеры этого не требуют, потому что, к сожалению, все международные рейсы в основном выполняются нашими перевозчиками украинскими, потому что иностранцам крайне неинтересно ехать. Дороги раз, очереди на границах два. И вот это самая большая проблема, это очередь на границе. Я, опять же, пользуясь присутствием нашего министра, господина Емельяна, на презентации Фліксбаса, задал вопрос. Время в пути из Киева до Варшавы составляет 12 часов. Стояние на границе в летнее время до 18. Як збираються вирішувати цю проблему? Це насправді питання, тому що я їхала до Білорусі і на одному нашому перевізнику, комфортному, але дійсно ми на кордоні простояли більше, ніж були. А якщо це вихідні, то це взагалі завали якісь. Так, да, ну, скажімо так, якщо ще в Білорусі... І що ще відповів вам міністр? Міністр нічого не відповів, скажімо так. А от господин Леман сказав, що ми будемо старатися, питатися, ми будемо виходити на руководство міністерства, ми цю проблему знаємо, але знаємо проблему. А як це має вирішитися, що усі автобуси будуть стояти в чергу, а ці будуть да, заносити? Ні, не буде, цього не буде, тому що, к большому сожалению, інфраструктура наших погранпереходов, она не позволяет пропускать автобусы без очереди какие-то, потому что даже не на всех погранпереходах, через которые у нас осуществляются международные пассажирские перевозки, существует отдельная полоса для пассажирского транспорта, и поэтому автобусы иногда вынуждены стоять в общую очередь, в автобусную очередь. Тобто навіть така дрібниця, вона може вирішити багато. Она очень много решает, и особенно с введением безвизового режима эта проблема очень усилилась. Почему? Вот я привел цифру 700 рейсов, например, в Польшу. Еще 3 года назад, до введения безвизового режима, рейсов в Польшу 200 рейсов было в Польшу, на сегодня их 700. И естественно, что это огромнейшая нагрузка на границу. И это то, о чем мы, скажем так, говорим даже, нельзя сказать, кричим уже не первый год. Вот. Но, к большому сожалению, пока достаточно безрезультатно. То есть у нас развиваются погранпереходы почему-то в основном для местного сообщения, для малого приграничного сообщения, а крупные погранпереходы международные у нас не создаются. Причем ведь можно решить вопрос и не создавая новые переходы. У нас есть очень хороший опыт. Евро-2012, когда автобусы проходили границу за 40 минут, когда был осуществлялся совместный контроль. Украинская и польские службы пограничные и таможенные осуществляли совместный контроль. То есть контроль автобус проходил один раз на чьей-то на въезде. То есть в Польшу он ехал, его осматривали польские компетентные органы, ехал в Украину, его осматривали совместно украинские. А чему зараз так не роблять? Понимаете, скажем так, очень много, мы не раз обращались, мы даже, скажем, обращались в Еврокомиссию, ну не мы, а по нашей просьбе министерство обращалось в Еврокомиссию,
комиссию по этому вопросу, и как-то ситуация замыливается, и вопрос вроде как банальный. Якобы для совместного контроля польские компетентные органы не могут перейти на территорию Украины, они не имеют права. То есть наши не могут перейти на территорию Польши, потому что, ну, скажем так, как они объясняют, человек, нарушивший украинское законодательство и уже въезжающий в Польшу, не может быть задержан украинскими компетентными органами на иностранной территории. Аналогичная ситуация с Польшей. На мой взгляд, эта отговорка, ведь Евро-2012 работала и успешно работала целый месяц, поэтому сейчас и наши усилия, и, в принципе, достаточно продвинутых людей в министерстве направлены на то, чтобы все-таки попытаться добиться совместного контроля. И именно на украинско-польской границе, потому что это основные ворота в Европу, основные ворота в Евросоюз, и без того, чтобы решить там вопрос, потому что строить новые погранпереходы это сложно, это подъездные пути, это опять же инфраструктура самого погранперехода, а вот совместный контроль это как раз решение, которое может, ну, как минимум в два раза ускорить прохождение государственной границы. Кто может вплинуть на это решение? Ну, я думаю, что это уровень, знаете, уже переговоров Министерства иностранных дел, Министерства экономики, да, даже таможенные службы, пограничные службы, они здесь идут уже, наверное, вторым эшелоном, да, все-таки это больше вопросы международного сотрудничества, и я думаю, что именно в рамках угоды Украина-ЕС, я думаю, нужно искать какие-то варианты, и я думаю, что в первую очередь Министерство иностранных дел должно этим заниматься. Мы згадали Володимира Омеляна, хочу повернутися до нього, адже він один із перших радів у соцмережі, писав пост про те, що ось заходить Фліксбас на територію України, і тепер квитки будуть від 5 євро. Потім люди почали звіряти, заходити ціни, і вони там найдешевше, здається, щось близько 400 гривень, це далеко не 5 євро. А наскільки дійсно відповідає там ціна квитків, наскільки вона дешева в цього перевізника? Вы знаете, я не думаю, что я открою большую коммерческую тайну. Все перевозчики используют такие пиар-хода в своей раскрутке своих маршрутов. То есть любой перевозчик, открывая любой новый маршрут, будь то международный, будь то внутренний, делает акцию. Да? Знаете, как в любом магазине, там, черные пятницы, там, еще какие-то мероприятия. Так любой перевозчик говорит, у нас есть билеты по 5 евро. Вполне возможно. Это первые два места, которые могут продаваться по 5 евро. Ну, во-первых, вы попробуйте их купить, да, потому что, говорят, извините, перед вами уже купили. А купили их, не купили, вы проверить не можете. Это пиар-акция. На самом деле пиар-акция красивая, скажем, недешевая, но это пиар-акция. Билеты не могут быть дешевле рыночной стоимости. Ведь, ну, давайте говорить так. Себестоимость перевозки, международной перевозки автобусной, на сегодня, грубо, еврокилометр. Вот, еврокилометр, да? Ну, до Варшавы там это 800 туда, 800 обратно, то есть 1600 евро это уже себестоимость тобто перевозки. 5 евро не то есть 5 евро, но мы никак не уложимся. То есть, да, я говорю, что первые 2, 3, 4 места могут стоить 5 евро, 10 евро, 15, как, в принципе, авиационные лоукосты. Вы тоже можете за год купить билет там по очень дешевой цене, хотя даже не за год, если вот говорить сейчас о возможности конкуренции автобусного транспорта с какими-то либо другими видами транспорта, то вы же понимаете, очередь на границе она сводит на нет все усилия наших перевозчиков, при том, что билет Киев-Варшава на самолет стоит 45 евро. Ну вот и понятно, что 2 часа и ты в Варшаве, или 12 часов пути плюс 18 часов на границе, ну и какой ты приезжаешь после этого в Варшаву. Вот, поэтому людей, только благодаря тому, что на самом деле очень много людей сейчас выезжает в Западную Европу, как на работу, так и просто посмотреть, что же такое Западная Европа. Только благодаря этому международные перевозки пока еще, ну, как бы двигаются. Но если ситуация с границей кардинально не поменяется, а именно лоукост авиация будет дальше развиваться, то, я думаю, наших перевозчиков ждут достаточно большие и трудные времена. Це пов'язано лише з цим за кордоном, з кордоном чи ще з чимось? Ну, ви знаєте, скажімо так, я не думаю. Я думаю, що це зв'язано не тільки з кордоном. Зв'язано ще з тим, що у нас великі проблеми з водителями, у наших перевозчиків. По нашій оцінці, порядка 40 тисяч водителів у нас уїхали працювати в Польщу і в Литву. Дві країни, які активно двома руками за те, щоб наші водителі уїжджали к ним працювати.
И это происходит, к большому сожалению, наши бизнесмены, наши предприниматели не могут пока платить такую зарплату водителям, которую они получают, работая в Литве и в Польше. Кроме того, надо понимать, что качество дорог в Европе, отсутствие границ способствует тому, чтобы водители чувствовали себя там более комфортно, при этом еще получают более высокую заработную плату. Поки на цьому закінчимо. Далі більш детальніше ще продовжимо нашу розмову про ситуацію на автобусному ринку України говорити, чи вигідно взагалі користуватися автобусами, коли йдеш за кордон. Ми до вас повернемося через хвилиночку. Нікуди не ходіть, залишайтеся з нами. Інформаційний день на 8-му триває. Власне, їхати чи не їхати в тур в Європу на автобусі або просто пересуватися між українськими містами, знову ж таки, користуючись автотранспортом, а взагалі автобусними рейсами. Ми говоримо, власне, з нашим гостем Петром Главацьким, віце-президентом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників. Вітаю вас знову в нашій студії. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. І, власне, ми зупинилися на конкурентоспроможності та на загальній ситуації автобусного ринку в Україні. Если говорить о конкурентоспособности, вообще об автобусном рынке Украины, еще несколько слов хотел бы сказать о международном рынке. Знаете, конечно, как говорят, спрос диктует предложение. Если до введения безвизового режима, например, Украина, там, международных рейсов у нас насчитывалось чуть более 1000, там, может быть, 1200, на сегодня их уже почти 2000, то есть буквально за 2-3-4 года последних практически рынок именно с точки зрения развития сети увеличился в 2 раза. Естественно, что автобусы не ходят пустыми, естественно, что они возят людей. Да, то есть, конечно, люди, есть маршруты, которые закрываются, но на сегодняшний день, вы знаете, вот я уже называл цифру порядка 700 маршрутов из Украины в Польшу, но я думаю, что уже, если не каждый районный центр Украины имеет какое-то сообщение с каким-то городком небольшим в Польше, но, наверное, каждый второй районный центр уже у нас имеет такое сообщение. И это лишний раз говорит о том, что у автомобильного транспорта, в частности, у автобусного, в этом плане нету конкурентов. Ведь автобусные перевозки – это перевозки от двери до двери. То есть практически ты у себя дома там, в райцентре сел и вышел там, где тебе надо. Ну, если тебе надо в другой город, вышел с одной пересадкой. Например, железная дорога не может предоставить такие. Если мы говорим про самый внутренний рынок, так? Автобусный? Это мы даже говорим, мы о внутреннем рынке вернемся чуть позже. Даже если мы говорим о международном рынке, то, в принципе, ситуация сейчас точно такая же. Может быть, с одной пересадкой, но человек может доехать до необходимого ему города и выйти в том месте, где ему ближе всего к его точке назначения. А давайте тоді так відзначимо плюси та мінуси. От, наприклад, я як людина, яка якось користуюся якимись авіапослугами, автобусними послугами, як мені обрати? Ну, звісно, я хочу швидше дістатися місця, я дивлюся в першу чергу, мабуть, авіаперевізники, які пропонують мені дешевшу ціну. Але чому там, знову ж таки, попит великий і на автобуси? Чим автобуси, чи можуть автобуси, на першу чергу, конкурувати з авіаперевізниками і в чому? Знову ж таки, їхні привілегії, мабуть, в чому вони краще? Ну, от ми говорили з нашим глядачем, скажемо, що в рекламній паузі говорили про те, що про багаж, наприклад, лоукостери авіаперевізників зараз за багаж просять інколи більше грошей, ніж сам квиток коштує. Чи в автобусах це також якось там зважують багаж, чи як це все діє? Ну, во-первых, не тільки лоукостери вже беруть дорого за багаж, вже і не ті компанії, які не вважають себе лоукостерами, теж повисили стоїмость провозу багажа. І на самом деле на сьогодні для автобуса самим вигідним осталось це то, что он может перевести много багажа. А есть какие-то обмежения? Есть, естественно, да. Есть определенные ограничения. Они тоже были вызваны тем, что иногда люди чуть ли не контейнерные отправки хотели производить с помощью автобусов. Вот, и приезжали, один человек приезжал там со 100-200 килограммами багажа и говорил, это все со мной. Поэтому на сегодня в основном компании ограничили это где-то 30 килограмм веса. Нет сейчас такого, особо нету такого
понять одно, два места. То есть в основном компания ограничивает где-то 30 килограмм, кто-то делает 40 килограмм. На людину. Да, да, на людину. То есть, но это все равно значительно больше, чем если, например, семья летит самолетом, и те ограничения, которые там, ну, даже там в МАУ там 7 килограмм, 12 килограмм, да, то мы понимаем, что это все равно очень большой существенный выигрыш. И понятно, что люди, особенно которые люди наши зарубежчане, которые ездят в Европу работать, и благодаря им идут валютные поступления в наш бюджет, вот, естественно, что они предпочитают в основном автобусами. Тем более, что при таком большом количестве багажа им крайне сложно из аэропорта потом добираться к непосредственно месту назначения. То есть автобус берет в первую очередь тем, что он от места до места. Если бы не проблема с границей, вот если мы как-то проводили, например, расчет, маршрут Киев-Варшава, да, вот он какой-то типичный Варшава, время в пути 12 часов. Это, мабуть, наипопулярнейший маршрут. Да, самый популярный, потому что на сегодняшний день из Киева, например, в Варшаву автобусы ходят, наверное, чаще, чем троллейбусы на Троещину, да, там с интервалом, наверное, 20-25 минут можно уехать из Киева в Варшаву. Так вот, если говорить о том, что время в пути 12 часов, если не брать границу, то если посчитать аэропорт, поехать, зарегистрироваться, пройти все таможенные процедуры, сесть в самолет, прилететь, такие же процедуры пройти на выходе, ну, получится 10 часов. Угу. То есть, в принципе, по времени, там, ну, 8-10 часов где-то, ну, по крайней мере, сопоставимые цифры для короткого рейса. Да? Может быть, это можно распространить на, там, на такие рейсы, как Вильнюс, там, 700 километров, Минск, 550 километров. Так, короткие, потому что на более далекие расстояния, понятно, что уже на германское направление, итальянское, испанское, эти сравнения неуместны, но именно вот автобусный транспорт тема выигрывает, что он может брать много багажа, он все равно получается дешевле намного, да, особенно если люди, человек едет не сам, вот, и он везет человека от места до места. Конечно, по скорости он уступает значительно, вот, по комфорту современные автобусы, современные перевозчики, они в принципе не уступают авиации. Вот. У многих перевозчиков есть и стюардессы, и кофемашины, и обеды горячие, холодные, работающие туалеты. То есть у нормального перевозчика это должно быть, и это требование времени. Дело в том, что если этого у перевозчика не будет, знаете, как проходят те времена, когда люди готовы были ехать на грязных сиденьях с грязными занавесками, там, на скрипучих сиденьях. И это где-то радует, потому что волей-неволей такие перевозчики отживают сами по себе. Но здесь возникает другая проблема, что учитывая, что Украина не производит сама достаточно комфортабельных автобусов, автобусы должны приобретаться за пределами Украины. Вот. Ну, а это то, что я уже и говорил, это и дорогие кредиты, это и проблемы все-таки стоимость растаможки 10% от стоимости. Но перевозчики, которые смотрят на перспективу, вы знаете, не боятся, например, этих проблем. И понимая, что у них есть такой, знаете, своя бизнес-модель и достаточно системный подход к работе, они все-таки приобретают автобусы и увеличивают парк хороших автобусов. Именно будут позиционироваться такого же качества автобусы, которые там предлагает, например, Flixbus. Ну, а вот за останні роки, якщо говорити, наскільки оновився автобусний ринок? Ну, знаете, я не хочу говорить процентами, оперировать процентами или цифрами. Вот. Я могу оперировать тем, что мы, вот, когда проводим комиссии по открытию новых маршрутов, по продлению, и видим подвижной состав, который предоставляется, конечно, он обновился значительно, но этому еще и способствует ведь то, что в Украине каждый год практически меняется законодательство. Если на сегодняшний день в Украину можно ввести автобусы экологической категории не меньше, чем Европа. 5. А это значит автобусы где-то 6-7-летнего возраста. А со следующего года вступает правило, что автобусы должны быть, как и любые машины, не только автобусы, но и грузовики, не ниже Евро-6. А Евро-6 это уже 4-5-летние автобусы, потому что они в Европе только 4-5 лет назад. Это не так дешево. Это очень недешево, должен сказать. Да, я думаю, что там, конечно, 5 автобусов не могут по цене сравниться с одним самолетом. Самолет значительно дороже. Ну, вот, но очень дорогое удовольствие. Так. І тому питання, звідси, наскільки наші авіаперевізники зацікавлені в такому оновленні, покращенні сервісу і завдяки, власне, новим автобусам? Чи підтримує, можливо, їх держава якось? Чи на перспективу якось це може статися? Ну, тому що, в принципі, ну, як авіаперевізники, навіть якщо ти дивишся на автоперевізники, перепрошую, автобусні, які їздять по нашій столиці, поки їде та маршрутка, нехай їде. Да? Воно якось потрошку оновлено.
встановлюються? Чи так само за таким принципом, поки їде той автобус кудись на Варшаву, нехай їде? Чи все-таки є якісь зрушення з цього місця? Ну, я думаю, що тут в першу чергу буде грати рішаючу роль от іменно та конкурентна боротьба, яка осуществляється, так як в будь-якому бізнесі. Uh-huh. Да? Тобто ті перевозчики, які видят перспективу в этом бизнесе, которые пришли в этот бизнес осознанно, которые разбираются в нем, да, и понимают, как строить этот бизнес, у них большое будущее, потому что вот если брать Европу, да, вот я всегда привожу пример, что, например, Берлин-Бонн, есть огромное количество самолетов, автобусов и поездов, да, и всем хватает пассажиров своих, да, по разным причинам там люди пользуются или одним, или другим, или третьим, но всем хватает пассажиров. У нас тоже, понимаете, у нас, к сожалению, большая проблема в том, что многие, открывая какие-то маршруты или входя в этот бизнес, не ведут глубокие экономические просчеты. Да? То есть они, я не хочу говорить о какой-то экономической безграмотности, но просто люди не могут посчитать на год, на два, на три, на пять вперед и понимать о том, что им надо закладывать деньги в обновление подвижного состава, что им надо закладывать деньги в повышение зарплаты водителей для того, чтобы они не уезжали работать. Им нужно закладывать деньги за то, чтобы повышать безопасность движения. Да, а это тоже вот сейчас там готовится, например, несколько лет уже в разработке предложения, что в автобусах должны быть ремни безопасности. Да, вот, ну, опыт некоторых аварий приводит к тому, что если бы там пассажиры, например, были пристегнуты, у них были бы больше шансов там не травмироваться или остаться в живых. Вот, а чтобы просто понимали, что оборудование одного автобуса ремнями безопасности будет стоить порядка 2-3 тысяч евро, например. Да? Ну, вроде небольшие деньги, но опять же, и так по мелочам набираются достаточно большие суммы. Поэтому если говорить о том, что будут ли рады авиаторы обновлению нашего парка, не будут рады, потому что это на самом деле конкурентная борьба, и, скажем, чем хуже у них, у нас, вернее, тем лучше будет авиаторам. Вот, поэтому точно так же, как и нас, перевозчиков, абсолютно не радует огромное количество авиационных лоукостеров, которые заходят, потому что своими ценами, своей ценовой политикой они на самом деле просто выбивают с рынка большое количество наших перевозчиков, которые не готовы конкурировать и не готовы вкладывать какие-то существенные средства в развитие этого бизнеса. А международные автобусные перевозчики наши, они больше конкурируют с авиаперевозниками, ніж с потягами, насколько? Ну, с международным перевозчиком с поездами конкурировать пока особо не... У нас не так много. У нас не так много. У нас, да, у нас вот, скажем, поезд, который на Пшемышль открыт, да. Вот, хотя должен вам сказать, что он тоже очень сильно подорвал нашу работу. Почему? Потому что, ну вот, мы наблюдали такую картину, когда в Пшемышль приходит поезд, его стоит, ждет порядка 10-11 польских автобусов, которые развозят людей из Пшемышля по всей Польше. То есть наш... Вот это еще платы, что где-то тут да, наш, автобусы, да, наш но... поезд дает работу 10-11 польским автобусам, которые по всей Польше развозят потом наших людей, которые, в принципе, могли бы уехать с нашими автобусами. Ну, это конкуренция, и ничего с этим не сделаешь. А якщо говорити не про міжнародну конкуренцію, а про внутрішню конкуренцію на нашому ринку автобусних перевізників, яка вона? Чи чесна? І, знову ж таки, чи розвиваються, чи хочуть розвиватися наші автобусні перевізники? Чи там я їхала колись також в одному напрямку? Скажу так, обіцяли комфорт, комфорту не було. Чи готові давати наші автобусні перевізники, якщо ти їдеш там з Києва, не знаю, до Запоріжжя чи до Одеси? Ну, знаете, как, продолжая то, что вы сказали, обещать жениться и жениться – это две большие очень разницы. Большие. Да. Да, поэтому то же самое иногда происходит у наших, я бы сказал, недобросовестных перевозчиков. Но надо отдать должное нашему министерству. В прошлом году была введена система либерализации внутреннего рынка. Ну, вот если сейчас говорить о межобластных перевозках, эта система работает уже скоро год, как работает система либерализации. И что она показала? И что она показала? Она показала то, что, ну, первое, не все перевозчики к ней оказались готовы, вот, что многим было очень выгодно, когда было определенное административное регулирование этого рынка, а второе показало то, что тот, кто действительно готов конкурировать, и тот, кто понимает, что такое бизнес автобусных перевозок, тот выиграл. Тот, скажем так, на сегодня может, в принципе, выиграть на конкурсе любой маршрут, если он будет соответствовать тем требованиям, которые выставлены. А требования обычно очень простые. К
комфортные автобусы, ну, в зависимости от расстояния перевозки, комфортные автобусы, скажем, выполнение лицензионных условий, да, то есть, ну, наличие всех определенных атрибутов, это техническая база, медосмотр и так далее, и тогда перевозчик спокойно получает этот маршрут. Плюс получился даже в том, что на одном и том же маршруте, например, вот как вы сказали, Киев-Запорожье, маршрут может выиграть несколько перевозчиков, и они уже начинают между собой конкурировать именно качеством услуг. И у вас, как у конечного потребителя, получается право выбора. И вы уже поедете с тем, кто не обещает комфорт, а кто его на самом деле предоставляет. А тот, кто его не предоставляет, он уж будет задуматься. Или ему надо уходить с этого рынка, или же ему надо подтягиваться под эту планку комфорта. Поэтому на сегодня, я думаю, что в Украине, учитывая, что все-таки железнодорожная сеть у нас не настолько развита, что в каждом районном центре, в каждый районный центр может приходить электричка, поэтому автобусная сеть, межобластная в частности, имеет очень большие перспективы, и наши перевозчики должны именно понимать и задумываться о том, что наш конечный потребитель, наш пассажир, он чем дальше, тем больше будет требовать комфорта. И, к большому сожалению, одними Богданами здесь далеко не уедеш. Дякую, власне. Так дуже змістовно, і я думаю, що для вас дуже корисно. Ми говорили про автобусні рейси на внутрішньому ринку України та міжнародному, їхати чи не їхати автобусом кудись в Європу, вирішувати вам, але скажу, судячи зі слів нашого гостя, якщо це з вітерцем, з комфортом, з кондиціонером, можна далеко заїхати і на наших автобусах. Власне, дякую вам, пане Петре. Петро Гловацький, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників, був у нас в студії. Я з вами прощаюся. Спасибо, Дякую Татьяна. Дуже. До свидання. А з вами продовжуємо наш ефір на 8-му. Моя колега, зокрема, розкаже вам новини. А потім повертайтеся до мене. У мене буде ще один гість.